Привет, друзья! Хочу поделиться удобным рецептом на зиму из помидоров. Вкусная яичница с помидорами, рыба с овощами, в голубцы, в борщ, в пиццу, в жаркое и много других блюд, где можно применить эти помидоры. Можно использовать любые помидоры, например, мелкие или не кондицию. Помидоры моем, опускаем в горячую воду, оставляем на 1-2 минутки. Можно надрезать их крестообразно. После этого достаем из воды, остужаем и очищаем. Вот так вот я очистила. Нарезаем произвольно, можно помельче, можно покрупнее. Это уже как вам нравится. У меня получилась 15-литровая кастрюля, почти полная. Я насыпаю 2 столовые ложки соли во время приготовления. Примерно через полчаса после того, как они прокипят, можно будет попробовать и решить, добавлять соль или нет. Отправляем на плиту, даем закипеть. Во время приготовления обязательно помешиваем. Я варила час. Через час вот такая масса получается. Добавляю растительное масло и варю 10-15 минут с растительным маслом. Снимаем с плиты, разливаем в баночки и закатываем. Закатали, отправляем под шубу до полного остывания. Попробуйте приготовить и вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!